В Дзержинском перинатальном центре открылся симуляционный родильный зал, где опытные медицинские специалисты и студенты могут отрабатывать различные сценарии родовой деятельности. Министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелегусейнов посетил Дзержинск и проверил работу симуляционного центра. Все, что необходимо, чтобы отработать навыки для акушеров-гинекологов, для реаниматологов-анестезиологов, для медицинских сестер, которые находятся рядом обычно при родах, которые идут с определенными патологиями. Вот здесь все это есть и на очень хорошем, на очень высоком уровне. Я думаю, что мы обязательно пропустим через этот симуляционный центр наших акушеров-гинекологов, в первую очередь межрайонных родильных центров, а дальше посмотрим и, скорее всего, и специалистов, которые работают в центральных районных больницах. Конечно же, это не обошлось без тех людей, которые откликнулись на наше желание, нашли возможность инвестировать в самое дорогое. Самое дорогое – это в человеческий потенциал, как специалистов, а посредством рук специалистов – это дети.